Всем привет! Это просто кухня. И сегодня мы с вами приготовим простой и вкусный салат постный. Нам понадобится капуста белокочанная, нарезанная очень тонкой соломкой. Если у вас есть специальная шинковка, то воспользуйтесь ею. Если нет, то острым ножом, в принципе, тоже неплохо получается. Я делала это ножом. Главное, чтобы кочан был плотным, а нож был острым. Также понадобится нам немного соли, морковь потертая, порезанный соломкой огурец, один пучок укропа промытый, один болгарский перец. Для заправки 3 столовые ложки нерафинированного подсолнечного масла, сок четвертинки лимона, 2 столовые ложки сахара и немножко перца черного молотого. Для начала займемся капустой. Присыпем немножко ее солью, не целая чайная ложка. И начинаем ее вот так вот с солью рукой перетирать. Это делается для того, чтобы капуста дала сок и стала помягче. Она уменьшится в объеме у вас немножко. Поэтому, когда шинкуете, это тоже факт этот учитывайте. Салат получается просто великолепный. Он радует глаз. Еще какой плюс этого салата? Ничего не надо варить, только почистить, пошинковать, порезать и все, собственно, сложить в одной миске. Подойдет худеющим, потому что это одна сплошная клетчатка. Также подойдет тем, кто соблюдает пост. Недаром он и называется постный. Но еще он просто очень красивый. После того, как мы перемяли капусту с солью, добавляем морковь, потертую на крупной терке, огурец, порезанный соломкой. То есть начинаем уже собирать весь наш салат. Перец высыпаем. Перец не нужно резать очень мелко. И укроп. То есть все ингредиенты собраны. Осталась только заправка. В масло вливаем сок лимона, высыпаем сахар и чуть-чуть перца черного молотого. Если не любите, можете не добавлять. Теперь это все нужно хорошо перемешать, ну, так чтобы сахар немножечко растворился в этой заправке. Если нет лимона, но есть яблочный уксус, можно заменить лимон уксусом яблочным. Может, у вас есть какая-то своя любимая заправка для овощных салатов на основе масла, можете ею воспользоваться. Единственное, берите все-таки масло вот нерафинированное, подсолнечное. Как никакое другое, оно подходит для вот этого салата. Для винегрета я использую такое масло. И для овощных салатов очень вкусно, семечко придает такой оттенок интересный. Теперь нам надо все перемешать, и собственно все, салат-то и готов. Все очень быстро, просто, а главное вкусно, полезно, ну и вообще это очень красиво. Он радует глаз и однозначно поднимет вам настроение. После этого выкладываем на тарелочки, украшаем по своему вкусу и подаем к столу. Приятного вам аппетита! Ставьте лайки, пишите комментарии нам обязательно, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!